Всем привет, дорогие подписчики, а также гости моего канала. Меня зовут Настя, и сегодня мы отправляемся на обзор магазин «Светофор», расположенный по адресу город Минск, Янковского, 34. Рассмотрим, какие же товары присутствуют в данном магазине. Оставайтесь со мной до конца, всем желаю приятного просмотра. И первая новинка – это фонарь светодиодный, стоимость 10 рублей 94 копейки. Контейнер для корма идет с лопаткой, стоимость 6 рублей и 13 копеек. Пищевая пленка длиной 200 метров, 4 рубля и 2 копейки. 45 вискозных универсальных салфеток, 4,12. Упаковочка бытовых губок, 10 штук, 1 рубль и 47 копеек. И универсальные салфетки из микрофибры, 5 рублей 39 копеек. Контейнер для пикника, состоящий из 17 предметов на 4 персоны, 10 рублей и 27 копеек. Также вот такой контейнер можно приобрести за 4 рубля и 39 копеек. Десертный поднос диаметром 315 мм, 4 рубля, страна-изготовитель Беларусь. Мерный кувшин объемом 1,5 литра, в комплекте идет 4 стаканчика, 8 рублей 61 копейка. И набор салатников, 4 штуки, цена 11 рублей 59 копеек, объемом 5, 3,2, 1,8 и на 0,7 литров. Набор тарелок объемами по 350 мл, 5 рублей и 30 копеек. Также в продаже появился универсальный гель для стирки Perry Universal, хватает примерно на 130 стирок, цена 16 рублей 59 копеек. И жидкое мыло для рук и лица Gamma, цена 6 рублей 36 копеек, объемом 5 литров. И еще универсальное моющее средство для стирки Eclipse Color, цена 7 рублей 29 копеек. Универсальный чистящий крем от Сила для акриловых поверхностей, 2 рубля 98 копеек. По мебели в продаже имеется металлический стул Smart, цена 39 рублей и 82 копейки. Далее табурет на металлокаркасе, 15 рублей 47 копеек. В магазине было представлено 2 цвета, это бежевый, а также коричневый. И вот такой пластиковый усиленный табурет стоимостью 15 рублей 97 копеек. Расцветка была представлена только бежевая. Магазин «Светофор» уже вовсю завозит новогодние товары. Искусственная ель длиной 155 см, 41 рубль 84 копейки, производство «Беларусь». Набор, состоящий из 12 елочных шариков, 6 рублей 17 копеек. Декоративные елочки на поставке высотой 12 см, 3 рубля и 8 копеек. Многоразовый новогодний трафарет диаметром 25 см, 2 рубля 67 копеек. Страна-изготовитель Китай. И вот такие наклейки на окна можно приобрести за 2 рубля. Расцветка только золотая. Искусственный ритуальный цветок крокус, 2 рубля и 10 копеек. И в продаже имелись более маленькие букетики, стоимость 1 рубль и 38 копеек. Стеганое одеяло бамбук эконом 21,63 размером 205 на 72 сантиметра. И второй вариант 19 рублей 77 копеек размером 205 на 150 сантиметров. И стеганая спальная подушка эконом 11 рублей 10 копеек размером 68 на 68. Второй вариант 48 на 68 за 8 рублей 87 копеек. Расцветка представлена белая, бежевая, а также салатовая. Туалетное мыло по Байдеру 4 штучки 3 рубля и 27 копеек. От компании Белита появился бальзам-ополаскиватель для светлых волос массой 500 грамм по цене 3 рубля и 74 копейки. Шампунь для волос от Дуру объемом 500 мл, 5 рублей и 40 копеек. Упаковочка ватных дисков Акьюэлла 180 штук, стоимость 3 рубля. Далее впитывающие одноразовые пеленки 25 штук, 15 рублей 65 копеек. И детские трусики-подгузники Sensor Baby пятерочка 24 штуки по цене 15 рублей и 38 копеек. А еще в магазине «Светофор» появились замечательные декоративные подушечки размером 46 на 46 сантиметров, изготовленные из 100% полиэстера, наполнитель полиэфирное волокно. Цена составит 6 рублей. Далее ритуальные лампадки, стоимость 1 рубль и 22 копейки. И детская бутылочка по цене 4 рубля 18 копеек, подходит для деток от 3 лет. Детская пюре ложка в ладошке 1 рубль и 4 копейки.
Чайный напиток Иван-чай 20 пакетиков 2 рубля 34 копейки. Черный чай майский отборный 1 рубль 88 копеек за 25 пакетиков. И вот такой мелколистовой черный чай бета-ти по цене 5 рублей 23 копейки. Прессованные дрожжи «Ангел» 100 грамм 1 рубль 51 копейка. Также в магазине появились новые приправки. Идут они с ароматом курицы, кавказская, а также универсальная. Стоимость 4 рубля 22 копейки за массу 450 грамм. Упаковочка леденцовой карамели на палочке 3 рубля 26 копеек. Также в продаже появились наборы жевательных резинок, стоимость 7 рублей 99 копеек. Дрожжи Дарения масса 500 грамм, страна-изготовитель Россия, стоимость 4 рубля 62 копейки. Упаковочка круассанов с шоколадной начинкой массой 400 грамм, стоимость 3 рубля 60 копеек. Сладости мучные янтарь массой 500 грамм, 2 рубля 86 копеек, производство Беларусь. Упаковочка крендельков с морской солью массой 500 грамм по цене 3 рубля 74 копейки. Далее в морозильном отделении появились замороженные наггетсы из цыплят бройлеров массой 750 грамм, стоимость 5 рублей 79 копеек. Также здесь можно приобрести пельмени из Волковыска массой 900 грамм, цена 4 рубля 62 копейки. И вот такие домашние пельмени масса 1 килограмм, цена 3 рубля 39 копеек. Взбитый замороженный десерт со вкусом баблгама, а также винограда масса 90 грамм, 1 рубль и 5 копеек. Замороженный мясной полуфабрикат, шницель смачный массой 700 грамм, 3 рубля 74 копейки. И в продаже имелись мясные купаты оригинальные, цена 5 рублей 78 копеек за массу 1 килограмм. И еще появились вот такой полуфабрикат, это клёцки, масса 1 килограмм, стоимость 5 рублей и 4 копейки. Крупа рисовая, рис длиннозерный массой 700 грамм, 2 рубля и 22 копейки. Чайный набор на 2 персоны, состоящий из вот такого блюдца и чашечки, 12 рублей 92 копейки. Стеклянная кружка объемом 340 мл, 2 рубля 51 копейка, производство Россия. По цене 7 рублей 36 копеек представлена хрустящая смесь, состоящая из кукурузы, орехов, а также бобов. Ядро подсолнечника подсушенное массой 500 грамм, 2 рубля 64 копейки. И вот такая огромная упаковочка масса 1 кг семена подсолнечника 3 рубля и 38 копеек. Морковь по-корейски массой 850 грамм 3 рубля 33 копейки. Мясной продукт варено-копченый почастунок хатни цена 12 рублей 33 копейки за массу 1 кг. Также в продаже появились зеленые оливки с косточкой стоимость 1 рубль 61 копейка. Полукопченое колбасное изделие, колбаса закарпатская, цена 5 рублей 39 копеек за массу 1 килограмм. В упаковочке находится примерно 1,5 килограмма. Следующий мясной продукт из свинины – это бразиола праздничная. Выглядит очень вкусненько, цена 17 рублей 52 копейки за 1 килограмм. Мясосодержащее колбасное изделие, колбаса вареная, смачная, бессортовая, стоимость 3 рубля и 30 копеек, также за массу 1 килограмм. И от компании Кухмастер появился соус, цукини, а также паприка, масса 400 грамм, цена 2 рубля 58 копеек. Плавленый продукт хуторской, цена 2 рубля 99 копеек, масса 400 грамм. И последний товар на сегодня, это майонезный соус акция, масса 500 грамм, стоимость 1 рубль и 56 копеек.
на этом, дорогие друзья, мой краткий обзор из магазина «Светофор» в городе Минске подходит к концу. Я, как всегда, с нетерпением буду ждать ваши комментарии на продукцию, которая была указана в видеоролике. Это полезно не только мне, но также остальным слушателям. А я, как всегда, желаю вам приятных, а главное выгодных покупок. Всем до скорой встречи. Пока-пока!